15 причин, почему Гербалайф не работает. Итак, меня зовут Сергей, я пользуюсь продуктами компании Гербалайф уже больше 5 лет, что и вам советую сделать, но обо всем по порядку. Сейчас вы должны узнать, почему Гербалайф не работает. Первая причина, почему Гербалайф не работает. Все просто, Гербалайф — это не жиросжигающие таблетки, это не средство для похудения, это сбалансированное питание. Только при соблюдении рекомендаций от консультанта по питанию, нормализация рациона, вы достигнете тех целей, которые вы перед собой поставили. И только так. Вторая причина. Вы не слушали то, что вам говорил консультант, делали так, как вы считали нужным, а возможно, консультанта у вас вовсе не было, вы купили продукт где-то в интернете. Отсюда соответствующие выводы. Третья причина. Вы скрывали от консультанта то, что ели на самом деле. И это очень плохо. Четвертая причина. Самая интересная. В банке коктейля Формула-1 21 порция. У вас почему-то получалось 30-40. Ну так экономнее вы, наверное, посчитали. Отсюда и результат. Пятая причина. Вы ели вне плана. То есть вы ели даже тогда, когда вам не хотелось, но ели не сбалансированные продукты питания, а нечто другое. Шестая причина связана с тем, что вы не достигли поставленной цели, снизили вес, например, на 15 кг от предполагаемых 25, вернули старые привычки питания, перестали следовать рекомендациям, отсюда и результат. Вы вернули все, что снизили. Поздравляю! Седьмая причина связана с тем, что вы думали, что коктейли Гербалайф — это средство для похудения, они сами выполнят свою работу, а я буду продолжать есть булочки, пельмени, печенье, а может это и запивать коктейлем, когда как получится. Восьмая причина. Вы не хотели результат на самом деле. Вам дали, вам навязали. Сюда результат. Лайк, подписка, колокольчик. Девятая причина. Вы не находились в сообществе единомышленников. Вы были сами по себе. Вы были дома. И кто-то из близкого окружения вам сказал: я вас и так люблю, ты моя королева, не надо ничего делать. Живем один раз. И вы перестали. Следующая причина. Вы испугались, что быть стройным — это не для вас. Быть в 44-м размере — это не для вас. Вы не видели себя давно в этом теле, вы забыли это состояние. Но это не причина отказываться от цели. Следующая причина, почему Гербалайф не работает, вы принесли его домой, поставили его в шкаф, так не начав им пользоваться. Или отдали его знакомой. А может, выставили в интернете. Следующая причина заключается в том, что вы перестали задавать вопросы консультанту. Но запомните, баночки Гербалайф сами по себе не умеют разговаривать. Для всего нужен консультант. Покажет, расскажет, научит. 14-я причина заключается в том, что целый день вы соблюдали рекомендации консультанта, ели Гербалайф, а поздно вечером посещали мир холодильника. Поздравляю! И завершает наш топ 15 причин, почему Гербалайф не работает, это самая главная причина. Запомните, Гербалайф — это не один коктейль Формула-1. Это программы, их всего 16, и они делятся на подпрограмму: базовая, расширенная, продвинутая. Поэтому, если вы хотите сделать правильный вывод о компании и о продуктах, пожалуйста, закажите конкретно целевую программу. Это набор продуктов, это не один продукт. Заказывая программы, мы получаем максимальный результат. Если вы еще этого не сделали, обязательно попробуйте. Только с программой вы можете сделать правильные выводы. Если вы не подписаны на этот канал, обязательно нажмите на кнопочки, чтобы быть в курсе общих обзоров и рекомендаций согласно питанию и продуктов компании Гербалайф. До встречи!